осуждаем, не одобряем. Смотри, чувак, вот я с чуваком взял здесь 125-ки. Ну, я сажал, оно он сажал. Нет, надо отрывать. Ну, ничего страшного, не пасть. Намятная? Куда, под нижнюю губу? Хочешь под нижнюю, хочешь под верхнюю. Каждый под свою кидает. Я под нижнюю, кто под верхнюю. Сейчас печь будет ебануться, ляля. Может, у тебя смелости не хватит выдержать это все. Печет. Че? Подожди, туда кидай, вот вон лежит свежая. Давай, давай. Да, ебать, не все выдержат. Ты сдашься или ты мужик? Я не сдамся. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Вот мне пишут. Мне тоже писали. Ты офигел, Денчик, это ты? Мне тоже писали, курьером работа, наркотики раздавать. Естественно, это я, ебать. А ты кто конкретнее, блядь, что за запятая? А, сука, больно. Больно, очень больно. Очень. Мужик, а прикинь на своего мужики, ему еще больнее. Да, еще больнее. Так терпи, ебан. Держусь. Ебаться в сразу. Держусь. Александр, это ты звонил мне? Да. Пишет мне, смотри, подруга пишет в телеге. Ну? Знакомство, где она? А, сейчас прорвешь. Фига ты обмотал. Не ной, нахуй. Что-то у меня начинает кружиться голова. Это и будет. Это и весь кайф. Слушай, я... Не ссы. Чего это вы, молодой человек, какими-то огородами ходите? Вы хотите, чтобы я вам свое фото отправила? Ну так вы прям так скажите. А, стой. Чего это сразу я огородами хожу? У меня просто есть еврейские корни. А почему ты так говоришь? У вас сочный и красивый голос. Сочный? Сука, у меня голова кружится. Я знаю. У меня голова кружится. Я сейчас на первый раз вот так вот. И вот она мне начала гибать. Потому что накрашенная. Свою профессию, она может быть вполне незаконна. Но это уже на у меня месте. Голова кружится, охуеть. В общем, я побежала на пробежку. Кто куда? А оправдание искать не надо. Мне пизда. У меня кружится голова, охуеть. Хорошего вечера. У меня кругом все идет. Серьезно? Серьезно. Придешь себя не буду слышать. Еще лучше, ты украинец? Ты еврей? Я молдаван. Я 30-го числа. Не, еврей никогда не признается. Сколько у меня голова кружится. Спасибо, мне очень приятно. Буду должны включить до первого. Ну она тебе, она, ты ей понравился. Я не знаю. Понравился, я говорю по голосу, слышу, сколько у меня голова кружится, я не могу. Если я искупаюсь, там грязь? Да, в болоте. В болоте? Угораешь. Грязь? Конечно. Бля, у меня голова кружится, вообще не жесть. Выплей. Попей. А, разъело. Состояние, да, ебанутое? У тебя сейчас пленка слезет вот отсюда. У меня кругом идет голова вообще. Что-то поменялось, да? Вижу утку. Главное, чтобы не проститутку. А, да. Не, ну проститутка нормально. Ты давай, не выхватывай дурачков. Глотни водички. Давай. Глотни водички, сожми ягодички. Жал. Но и своего мужика намного хуже выхватывает. Да, хуже выхватывает. Там сейчас а жестко. Это, блядь? А не... там Хаймерс и вообще ебашит. Это не мужское. Одна утка плывет, всего лишь одна. Ты знаешь, что это? Как эту утку называют? Белгаз. Она в красной утке, я охотник. Отец мне говорил, поехали ружье заберем. У меня просто мусора. У меня город страшный, ко мне врывались в квартиру. Я воткнул просто человека вот так, не назри. Ствол. Я. Чуть не выстрелил. Хотели на СВО забрать? Меня за... Да, кто меня заберет? Заебутся забирать. У меня сильно дохуя под... подвязок. Заебутся. Прёт, да? Прёт. Полный. Если непонятно, а не местно. Город, как я. Если непонятно, а не местно.
на мой город, Керчь. Вперло, да. И пиздато, и хуёво. Да. Что-то прёт жёстко. Отпусти. Что с тобой? А? Расслабила? Перечур? Подташнет на уровне. Жестко. Подперла, да? Может, скупаться? Что, водишь? Уважайся, присажись тебе болото. Меня прет не по-детски. Его. Жарко, да. Жарко, пиздец. Не лезь. Ничего. Ебанулся, что ли? Как дома? Да просто охренительно. Как там моя кошка? Да убил я ее, нахуй. За что? Вон там есть склон поменьше. Оу! Саня! Вот на то... Саня! В тот край пиздуй, там склон поменьше. Можно будет ебало окунуть. Дальше, 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 дальше. Еще метров 50. Еще, 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 еще. Вот там. Лайки ставить надо, а не тем, которые перед экраном прыгают и рот закрывают.
Получше стало. А? Получше стало. Потряхивай, да? Да, когда не пробовал это было? Пробовал в своем городе, но хуйня была полная. Здесь, блядь, а вот это вот настоящая хуйня. Это настоящая хуйня, да. Это. А что такое, трухануло, да? Жесткий. Но меня еще не трушит эта хуйня. У меня жестко чекнуло. Я тебе отвечаю. Ничего. То, что я твой аккумулятор обоссал. Это не мой... Покажи проституток. А? Покажи проституток. В смысле показать, ебать? Ну, ехать надо. Не, ну... Фото соответствует реальности? Конечно. Покажи. Ну, блядь, я тебе уже показал, что надо записывать. Хорошо, ладно. Заходишь и смотришь. Могу вас попросить мне подсказывать, если вдруг что-то произойдет? Ну, так и говорит. Вот так. Понятно. Только без слухов. Отпустила. А? Отпустила. Вроде как. Нормально. А семеро козлят ебашут. Правильно. Где родился, там и спился. Правильно. Продолжи пословицу. Дают. На, сука. Путин — это подарок Богу от всего мира. Негры подарок. А кто все пидоры? Сука, стоит. Слава России. Слава России. Путин. Путин. Подарок от Бога. Да, Зеленский гандор пидор. Охуеть. Россия слава. Вот такую хочу взять сегодня на следующий год. Опасно. Меня зовут Опасность. Но я считаю, что...
Опасно вот кошки с собакой быть. Или кошки сейчас пизды даст. Дурочка. Получается, вы расист? Нет. Посмотрите на мою собаку. Она чернее черножопого. Получается, вы расист? А, чернее черножопого. Менты пизды. Отец из своего вернулся. Ебать. Тебя розовое небо. Лавров. Статуя. Смотри, так она за хуй его взяла. Испугалась, блядь. А забито, малой, говорят, не шевелится. Они так радуются, когда хватаются за это. А это блогер, ты стример. Долбоёб. Да, долбоёб он. Глянь, какая девочка. Ну да. Девочка. Поворотниками, башка с поворотниками. Охуеть. Это круто. Вот это самая реальная уверенность. Отец и ребенок. Да, соглашусь. И подложишь себя под любое. Лишь бы, блядь, он тебе не причинил никакой боли. Птица не любила это. Жестко меня взяло, но отпустило. Бросим. Ты охуел, что ли? На тренировке, наверное. Он не очень сильно занимается. Спортом, как я занимался. Понял, что это было до этого? Сброс. А? Что ты?
что я? Че ты меня сбросил? Я вообще не слышу. Ты что там, с мамой или с малолетками со своими? Малолетки. Вы малолетки? Да. Чего? Чего, блядь? А ну, пускай еще раз. Еще раз, пускай повторит. Да, иди. Слышь, пиздюк, денег тебе скинуть? Не, ну не надо денег. Ты, мать его, богат, сынок? А? Сынок, ты богат? Я миллионер. Ты станешь миллионером. Ты станешь миллионером только после миллиардера. Понял? Где шарахается вообще, голова говяжья? Ночи мужская. Где, блядь? Ночи мужская. Хуй ты там забыл? Блядь. Карифаны там где-то есть или что? Что? Там что, карифаны какие-то есть или вы в лесополосу по пизде? Карифаны. Согребая? Нихуя себе, это круто. Ты папу ждешь? Да. Ебалдон, 12 числа будешь меня встречать на вокзале? Что? 12 числа в 9 утра будешь меня встречать на вокзале? Да. А что там играет? Ясно. Смотри, в говно, блядь, чтобы не встревал. Ну ты же знаешь, я разгребу любое говно, в котором бы ты не участвовал. Но лишний раз не стоит этого делать, сынок. Ты что, сразу базарь любым. Папа белый. Меня и в Аджимушкае знают, кто такой белый. Если что, его карифан с Аджимушкае Чича. Понял. Ладно, веди себя, будь мужиком, блядь, веди себя достойно. Ущемленных не стоит огорчать. А дохуя тех, кто выебывается, стоит унижать. Ну а там все на твое усмотрение. Слышь? Слышь, придурок, музыку выключили? Нет. Фидор, ответ. Ладно, все, давай. Вечером позвоню. Я тебе приеду, я тебе башку отшибу, если ты где-то встанешь маргарин. Отшибу башку, если, блядь, где-то себя хуёво вести будешь, понял? Понял. Давай. Твоя жопа шире, ты и давай, понял? Да, ты жестко общаешься. В смысле жестко? С кем? С отцом или с сыном? Со всеми. Со всеми, да. Дай что-то жалко. Смотри, пятно черное. Пизду там маньков. Видишь, нет? Нет. Вот, смотри, в озере. Бурлит, видишь? Ну. Это куча мальков. Нихуя. Мальков, смотри, о, видишь, они дергаются. Смотри, да. Нырнули. Нырнули, да. Вот, черное пятно, это все рыба. Поймать можно их так, пора. А что там поймать? Таких пиздюков. Нахуй не обоссали. Я если у себя на море ловлю, то это минимум килограмм 18-20 рыба. Ой. У меня даже акулы есть дома. Акулы, да. Катран называется. Метровая акула, но она людям вред не несет. Один хуй не прикурил.
Кость, тебе пальто подарить? Подари. Хуевые зажигалки. Да нет, это ебало хуевое, которое не вытягивает. Не, ну конечно, подражать стоит, но не получится быть таким, как я. А то я смотрю, яблоко делся, ты летаешь в яблоко делся, молодец, или? А ну! Хочу подружку найти. Ногу вытри. Да штаны я имею в виду, блядь. А, да это, блядь. Выебался где-то. Надо водой. Фаф. Привет, Тули. Ты где, писюха? Ты до сих пор, блядь, у себя дома чалишься? Че, угораешь? А на сколько ты уехала? Когда? В четверг. Ну я, блядь, уже перестану бухать. Я сегодня уже у мамки был на ВДНХ. Думал, блин, набирать тебя, не набирать. Думаю, да по-любому, если бы приехала, по-любому набрала. Ну, я же тебе говорила, что я в конце месяца только приеду. А что это ты бухаешь? А что это мне, блядь, запрещено? В честь чего? В честь того, что я хочу ебать, кто мне может запретить. Катюх, ты же знаешь меня. Ну, я просто спрашивала. Просто, блядь, бухаю, и все. Ну, понятно, понятно. Короче, ты в четверг в Москву прилетаешь, да? А? А? Я не поняла, что ты сказал. Говорю, в четверг в Москву прилетаешь? Угу. Че, ты со мной едешь или нет в Крым? Давай только конкретно. Если ты не едешь, то я беру другую. Я еду в июне и еду в августе. В июне 10-го еду. 10 числа я в июне еду на 10 дней, и в августе я еду 10 числа с 10 по 20. Еще дней на 10. Катюх, если хочешь отдохнуть, поехали. Не, я с удовольствием, но, блин, там в августе тоже, я, по-моему, я посмотрю, когда у меня 16-го. Во-первых, ну, у меня отпуск в августе, сейчас скажу, с какого. Слышь, ты знаешь, где садовод находится? Кто? Садовод. Да, конечно. Ты знаешь, там есть птичий рынок? Чего? Птичий рынок там есть. Ну там птиц продают, птиц продают. Там птичий рынок. Ну, птичий рынок. Вот. Вот там продают разных птиц. Покупаешь там петуха, отрываешь голову и ебешь ему мозги. Не, нихуя. А, ты будешь мне их ебать? Долго и нудно? Так неинтересно. А как интересно, а? Нет, ну, мертвому-то ебать мозги, это вообще неинтересно. А, ты вот живого нашел, да? Ну, да это как всегда, блин, как этот. Так-то заранее меня предупреждать можно? Ай. Ну, когда заранее, за сколько, блядь? Ну, в августе посмотрим, но единственное, что я, если приеду к тебе, то я приеду позже. Ты там с какого? С 10 по 20? Ну. Так. Тогда ты мне заранее говоришь, когда ты приезжаешь, я одну подругу отправляю, а тебя встречаю. Договорились? Ну, да. Я посмотрю, что там, как еще. Все, чтобы было ровно, чтобы и вы не встретились, и... Отдохнули нормально? Ой, блядь. Ты знаешь, мы с тобой просто друзья. Конечно. Ты можешь делать, что хочешь. Самые лучшие. Но меня остальное не интересует. Я понял тебя. Ты знаешь, что... Да, у меня да. Конкуренток нету, вот и все. Моя-то радость.
Не спорю насчет этого. У тебя конкуренток нету. У меня конкуренток нету, нет. Я одна единственная такая. И неповторимая. Да. Самая лучшая. Да. Но не для меня. Потому что мы друзья. Блин, я половину не слышу, что ты говоришь, потому что ты пропадаешь. У тебя связь какая-то херовая. Да я в лесу вообще сижу. Пью пиво. Че? Говорю, сижу в лесу, блядь, пью пиво. Ну, понятно. Ну, короче, я в четверг приеду, позвоню тебе. Давай. Только попробуй меня отвлечь. Ты меня накажешь? Я тебя найду и покусаю. Ладно, Катюх, давай. Наберешь. Хорошо, давай, пока-пока. Кусалка, блядь. И вот эта подруга, ну, которая меня ебет, я ее ебу. У нее свой парень, у меня свои девушки. Ну, мы друзья. Друзья. Так, лучше подруг нет никого. У нее свои отношения, у тебя свои, вообще не паришься. И вот я ей прямо объяснил, говорю, я приеду с одной девушкой, подыхаю, предупредишь меня заранее. Предупредишь меня заранее и отправлю, блядь, приедешь ты. Вот и все. Это вот настоящие подружки. А дружбу между поебушки. Мужчиной, а дружбу между мужчиной и женщиной не бывает. Не бывает, да. Надо не мешать. Вон ходит пятно. Смотри его. Да, вижу черное пятно. Это малек. Ну это вот такой карась. Стая собрался. Самое интересное, видишь, хищника нету. Была бы здесь щука, пизда бы была, и оно бы разбегалось в разные стороны. Оно просто спокойно ходит своим пятном, блядь, и в хуй не дует. Надо же. Ну для уток забава. А утка ничего с ним не сделает. А, не сможет. Ну конечно нет. Че, в KFC сходить, пожрать крылышек после? Ты знаешь, где KFC? Конечно. Я что-то не видал здесь. Че, угораешь? Я видел Ростикс. KFC ну, что-то не... Теперь Ростикс уже называется. Вот здесь на Плазе. На Плазе, да, есть Ростикс. Ну, вот я туда только и хожу. Я там пытался устроиться в лабиринт книжником. Куда ты нахуй устраиваешься? Я не могу понять. Что тебе там обещают? 30 тысяч в месяц? Да, 30 тысяч в месяц. Ебать, зарплата в натуре. Они даже не пришли на собеседование. Закрытый магазин. Где? Какие собеседования, нахуй? Когда ты можешь настройку устроиться, 90 тысяч в месяц, самая минималка иметь. 90, да, 30, 60, 90. Давай я устроюсь. У меня сейчас кум считает. 10 дней отработал 30. 10 дней отработал 30. 10 дней отработал, так это он минималку получает. При том, что он месяц долбоебил. Долбоебил, просто нихуя не понимал. Он получил первый месяц по 2 800. Хуя себе. Так я, ну нахуй мне надо. Плюс я настройку устроюсь. Плюс там кормежка. Ну. Обед, вечер. И плюс... А кто кормит? Нам столовая готовит, нам привозят пищу. Например, на раздаче я. Я и везде хватанулся. Я и с бумагами, я и на кухне, я и, блядь. Вот поэтому я и дохуя получаю. Все, навалило? Навалило меня. Нормально чувствуешь? Нормально. Все. Голова кружится немножко, но нормально. Первый день, что ты, я помню, знаешь, что ты, когда первый день взял бутылку в руки, говорит, после вас можно пить? Мне это очень сильно нахуй не понравилось. А ты задал такой вопрос. Был? Было дело? Вспоминай. Не помню. Ты считал, что мы какие-то законтачены или что-нибудь? Не-не-не, я считаю, что наоборот, не передается ничего. Я знаю. Я это и сказал, что через спирт не передастся. Да, я и сказал. 6, 7, 8, через 2 часа пацаны будут возвращаться с работы. Хочешь, можно зайти в Ростикс пожрать крылышек? Ну, пойдем. Пошли. Хули. А это что? Оставь это все нахуй в мусор выкинь. Не, я с собой возьму. Вот это с собой возьму. Ты тоже потащишь? Не. Мне сухарики нравятся просто. А сухарики хорошие. А вот острые еще лучше. Я не люблю острые. Это я люблю все острые. Крылышки острые не люблю. Так, а в Ростиксе, мы сейчас только и будем жрать острые. Ну я там люблю. Можно сказать, а, что... нет, Ростикс, нет, не Ростикс. KFC бывшая, как он называется? Ростикс. Ну. Значит, в Ростиксе они будут острые, чувак. Ну, можно сказать, что можно не острые. Они скажут, ну, можно. Давай, можно.
Ты знаешь выход, знаешь лес? Да, ты знаешь. Я вот не знаю выход. Ну, я знаю, что направо. Вход. Бабушка же там. Закладывайся, бля, хуй. Менты примут. Ну, да. Такое содержание. Ты пробовал, да? Да, я попробовал, да. Меня. Ты пробовал до этого? Тебя перло? Нет. Нет. А тут содержание тебя перло нахуй. Просто. Перло меня, да. Утка полила. О, утка, да. Здоровая. О, точно. Да. Жестко. Вовремя я вышел. Так что, стой, бутылку вот сюда. Иди назад, назад, за мной иди. И сюда бутылку. Молодец. Да, можно было потише. Просто акцентировать. Да. Первый раз просто. Столкнулся с конной полицией. Чё, спал? Да не такая хуйня была. Чувак, не такая хуйня была. Я выхожу, вот бутылка пива. Ставлю бутылку пива на парапет. Вложу свои ключи от квартиры. Захожу в магазин, захожу в магазин, стоит мусора. Чья бутылка пива? Чьи ключи? Я говорю, ключи мои. Они, бутылка пива твоя? Я говорю, нет, не моя. Я говорю, в смысле не твоя? Я говорю, в прямом, ебать. Ключи я ставил на парапете, а хуй его знает, какой я пьяный там подходил, поставил свой ключ. Куда мне прибьете? Смотри. Камеры где-то есть? Нет. Попробуйте мне прибить эту хуйню. Все, она моя, не получится. Так что нахуй. Кобыла сивая, хорошая была, да? Да уж. Белобрысая. Да. Сухараешь? Мне нравятся сухари, я их съем. Давай.